Об очевидных преимуществах пользования порталом госуслуги сотрудники полиции рассказывали водителям и прохожим на городских улицах, а также раздавали информационные буклеты, где пошагово расписано, как пользоваться сайтом. Справки здесь можно заказать, сэкономив время и уменьшив финансовые издержки, отмечают полицейские. По линии МВД это может быть получение справок о наличии или отсутствии судимости. Можно на портале записаться и на прием в ГАИ, в том числе и с целью получения госномеров. Справка о наличии судимости – это та справка, которая нужна по месту службы, работы и так далее. Можно зайти на портал госуслуг, зарегистрироваться, получить код, направить заявление на выдачу справки о наличии или отсутствии судимости и в намеченный день прийти или в МФЦ, многофункциональный центр, или в отдел полиции, где вам уже готовую справку просто выдадут, вы распишетесь в получении. Все. Минимизировать время, которое затрачивается на получение того или иного документа. С помощью госуслуг, то есть не выходя из дома, можно записаться и на добровольное дактилоскопирование в отделы полиции. Также на сайте можно обратиться и за выдачей лицензии на оружие. По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправит запрос в подразделение МВД России по Краснодарскому краю. Удобно, очень удобно, потому что экономит время. Пришел, очереди как бы нет. Зашел, все, без проблем. Очень удобно. Нам разъяснили, да, все, что это и удобное. И мы, конечно, будем пользоваться этим. Кстати, те же справки о наличии или отсутствии судимости, как и информацию о штрафах и нарушениях ПДД, можно получить и в районных МФЦ, напоминают полицейские.